И четвертый вид коллекции – это отображение или ассоциативный массив, представленный интерфейсом Java Util Map. Строго говоря, он не наследует интерфейс Collection, но идеологически тоже относится к коллекции. В отличие от массивов, где элементы индексируются числами, Map позволяет индексировать элементы произвольными объектами, например, строками, элементами перечисления, комплексными числами или чертом в ступе. Основные методы интерфейса Map такие. Это size – размер, количество пар ключ-значения, хранящихся в данный момент. IsEmpty – проверка пустоты. Метод ContainsKey, проверяющий, есть ли сейчас в мапе такой ключ. Метод ContainsValue, проверяющий, есть ли такое значение. Метод get, получающий значение по ключу. Метод put, сохраняющий значение по ключу. Метод remove, удаляющий пару ключ-значения с заданным ключом. И метод clear, очищающий мапу. Методы put и remove возвращают значение, которое было по данному ключу перед выполнением запрошенной операции. Поскольку интерфейс map не расширяет collection и не расширяет iterable, то встает вопрос, как его обходить. Тут все зависит от ваших потребностей. Если нужны только ключи, то пользуйтесь методом keySet, который вернет вам set, то есть множество ключей. Это множество, потому что дубликаты ключей в мапе не допускаются. Если вам нужны только значения, то пользуйтесь методом values, который вернет вам коллекцию всех значений. Это коллекция, а не множество, потому что в общем случае про уникальность значений нам ничего не известно. Если при обходе вам одновременно требуются и ключ, и значение, то пользуйтесь методом entrySet, который вернет вам множество entry, где entry – это простенький объект, содержащий пару ключ-значений. Примеры использования этих трех методов я собрал на этом слайде. Здесь мы обходим все ключи, здесь мы обходим все значения, а здесь все пары ключ-значения. Также я привел еще один пример с использованием метода forEach, который принимает экземпляр Java util function bConsumer. Это функциональный интерфейс с методом accept с двумя параметрами. Первый типа T, второй типа U. И мы передаем в качестве экземпляра этого bConsumer вот такое лямбда-выражение. Что касается реализации интерфейса map, у нас есть hashMap, есть linked hashMap и есть treeMap. Их устройство и отличия друг от друга абсолютно аналогичны соответствующим реализациям интерфейса set. В стандартной библиотеке есть еще несколько классов коллекций, которые появились еще в версии Java 1.0 и в настоящий момент не рекомендуются к использованию. Они оставлены лишь для обратной совместимости, а их функционал полностью покрывается современными коллекциями, которые мы с вами рассмотрели.